Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 1. Урок 21. Как разделить круглые числа? Вычисли и сделай проверку. Чтобы разделить круглые числа, можно выразить их в укрупненных единицах счета. При делении круглых чисел можно отбросить поровну нулей, делимым и делителе. Ну вот, например, 140 разделить на 7. 140 – это 14 десятков. Если 14 десятков разделить на 7, то получится 2 десятка. А 2 десятка – это 20. Выполним проверку. 20 умножим на 7, так как мы деление проверяем умножением. 2 умножить на 7 и умножить на 10. 2 умножить на 7 будет 14, а 14 умножить на 10 будет 140. 480 разделить на 6. 480 – это 48 десятков. 48 десятков разделить на 6 получится 8 десятков. Это 80. Проверим. 80 умножим на 6. 6 умножить на 8 будет 48. 48 умножить на 10 будет 480. 300 разделить на 5. 300 – это 30 десятков. 30 десятков разделить на 5 будет 6. 6 десятков. 6 десятков – это 60. 60 умножим на 5. Для этого 5 умножим на 6 будет 30. А затем 30 умножим на 10. Получится 300. 200 разделим на 2. 200 – это 2 сотни. 2 сотни разделить на 2 – получится 1. 1 сотня. 1 сотня – это 100. Если 100 умножить на 2, то получится 200. 270 разделить на 30. Мы можем отбросить в делимом и в делителе по одинаковому количеству нулей, то есть по одному, и получим пример 27 деленное на 3. Это 9. А 9 умножить на 30 получится 9 умноженное на 3 – это 27, и еще умножить на 10 – это будет 270. 150 разделить на 50. Убираем по одному нулю в делимом и в делителе. И получим пример 15 деленное на 5. Это будет 3. А если 3 умножить на 50, то 3 умножив на 5 будет 15, а 15 умножив на 10 будет 150. 500 разделим на 50. Убираем по одному нулю. Получаем пример 50 деленное на 5. 50 – это 5 десятков. 5 разделить на 5 будет 1. 1 десяток, то есть 10. Умножим 10 на 50. 1 умножить на 5 будет 5. И приписываем 2 нуля. То есть еще раз умножаем на 10 и на 10. Получаем 500. 800 разделим на 20. Уберем по одному нулю и получим пример 80 деленное на 2. 80 – это 8 десятков. 8 десятков разделить на 2 будет 4. 4 десятка, то есть 40. 40 умножим на 20. 4 умножим на 2, умножим на 10 и умножим на 10. 4 умножить на 2 будет 8. 8 умножить на 10 будет 80. И 80 умножить на 10 получится 800. 900 разделим на 300. Здесь мы можем убрать по 2 нуля. И получим пример 9 деленное на 3. Будет 3. 3 умножим на 300. 3 умножить на 3 будет 9. А 9 умножить на 100 будет 900. 1000 разделить на 200. Убираем по 2 нуля. Получаем пример 10 деленное на 2. Это 5. Проверим. 5 умножим на 200. 5 умножить на 2 будет 10, а 10 умножим на 100, потому что 200 – это 2 умноженное на 100. 10 умножить на 100
получится 1000. Если у вас возникли вопросы, оставьте свои комментарии под видео.